23 февраля отмечается День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Александр Реутов на протяжении многих лет фотографировал военных. В этом сюжете мы хотим показать вам фото защитников Отечества. Александр Реутов принес свои фотографии из личного архива к празднику Дня Защитника Отечества. На протяжении более 50 лет он фиксировал и коллекционировал свое творение. В течение 50 лет снимал. У меня в архиве накопилось очень много разных фотографий. И в то же время я снимал писателей, артистов, архитекторов и других деятелей искусств. Так. И вот сейчас, отмечая вот этот день армии и флота, я взял пачку фотографий из архива и принес для того, чтобы показать, что эти люди носили шинель, солдатскую шинель в годы Великой Отечественной войны. Все наши первостроители, амурчане, носили серую шинель в годы Великой Отечественной войны. Я с многими разговаривал и многих, собственно, запечатлел в своих фотографиях. Сразу вспоминается фронтовая песня «Серая шинель». Ты любовно шитая, пулями пробитая, у костра прожженная, в холод и в метель. Временем потрепана, бережно заштопана, с пожелтевшим воротом серая шинель. Временем потрепана, бережно заштопана, с пожелтевшим воротом серая шинель. Песня написана в начале 42-го года во время упорных боев по окружению 16-й немецкой армии в районе Демянска. 371-й стрелковый полк, 130-я стрелковая дивизия. Поэт Василий Ермаков, лейтенант, адъютант минометного батальона. Как вернусь с победою, сядем, победаем. Мать постелит чистую, мягкую постель. Со слезами гордости в лучший угол горницы мать повесит старую серую шинель. Со слезами гордости в лучший угол горницы мать повесит старую серую шинель.